Студия творческого развития «Оперение» расправляет крылья. Ребята из Ивановского театрально-хореографического объединения на неделю отправятся в Пермь, где пройдет 8-й ежегодный фестиваль «Оперение 2018». Это традиционная встреча воспитанников творческих студий, где юноши и девушки из разных городов могут познакомиться, пообщаться, набраться вдохновения для будущих постановок. Проходит такая театральная творческая лаборатория, очень интенсивная. Ребята показывают то, что они приготовили в течение года. Это их спектакли, работы на заданную тему, которая объявляется в начале года. И также там очень много импровизаций. Поэтические, пластические импровизации, работы с педагогами и мастерами из других городов. Все коллективы представят несколько номеров. Перед отъездом на фестиваль открытый прогон перед зрителями. Одна из тем этого года – «Не покидай свою землю». Ребята переосмыслили историю «Маленького принца». Как говорят сами участники, мини-спектакль получился очень нежным и воздушным. Кроме того, каждый город подготовил визитку – презентацию родного края. Там рассказ про город Увать, про то, как она уводит, уволакивает, забирает с собой мужчин. Поэтому у нас Иваново – город невест. В программе нашлось место и более романтической постановке. Поэтический спектакль «С нами любовь» – трогательная и проникновенная работа. В ней задействованы девушки и лишь один юноша. И когда вы говорили, мы далекое любили, вы бросали в нас цветами незнакомого искусства, непонятными словами опьяняя наши чувства. И мы верили, что солнце... Только вымысел японца! На фестивале для ребят подготовили насыщенную образовательную программу. Это и мастер-классы по актерскому мастерству, и занятия по ораторскому искусству. Каждый день встречи с идейным вдохновителем фестиваля Константином Хабенским. С актером молодые люди обсудят собственные выступления и получат ценные советы. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.